Радуемся, если какая-то капелька побежит, то это радостно. Вот, смотрите. То есть воды нету, сухо в кране. Вот, все, вот. Хоть ты как там, вот крути, открывай, хоть что делай, воды нет. Ресурсопоставщик отключил воду в Солнечном больше недели назад, без всякого предупреждения. Почти сразу людям пришло на выручку одно из предприятий поселка. Временно, на несколько дней всего, подключило свой водопровод, чтобы хоть как-то снабжать жителей водой. До улицы, где живет Наталья, она доходит лишь ночью, и то по чуть-чуть. Подвоз воды, по ее словам, был лишь единожды. Сегодня я была в администрации Первомайского района у товарища Никулина. Принесла ему эту воду, на что он сказал, говорю, посмотрите, налейте себе стаканчик воды, которую воду вы нам привозите. Он мне говорит, вы меня еще заставьте ее пить. А жителям пить приходится. При этом помыться или полить огород уже не хватает. На остальных улицах ситуация немного получше, но это временно. По словам людей, поставщик внезапно решил, что ТСЖ, управляющий поселком, ему задолжал. Договорные проблемы в конечном итоге ударили по простым жителям, которые недоумевают, почему страдать приходится им, ведь они исправно платили по счетчику. Могут разобраться между ТСЖ и Востокбороводом, какие-то произошли недопонимания, так скажем, конфликт. А заложником этой ситуации оказались люди, которые не могут ни пить, ни мыться, ни какие-то свои нужды, да, пандемия, жара. Пробурить скважину и ни от кого не зависеть для большинства перспектива нереальная. В этих местах, пояснили нам жители поселка, бурить нужно глубоко, стоить это будет не менее 200 тысяч вместе с насосом. А потому все зависит от разрешения конфликта между владельцем скважины «Востокбурвод» и ТСЖ, которому принадлежат водопроводные сети. У нас-то получился разрыв. Получает население, допустим, 4 тысячи кубометров, а «Востокбурвод» нам выставляет ТСЖ. 7, 11 даже, то есть разрыв на 7 тысяч. И вот в этом произошел конфликт интересов. В результате Солнечный остался без воды. Как нам пояснили в администрации Первомайского района, они предложили ТСЖ передать водопроводные сети на баланс муниципалитета. Что касается скважины, вопрос на стадии переговоров. По первому вопросу решение за самими жителями. Пока для них все складывается не лучшим образом. Сегодня их отключили от воды на неопределенный срок до разрешения конфликта интересов. Мы будем следить за развитием ситуации. Илья Кочетков, Алексей Фризин. День с толком.